В МВД прогнозируют паводки сразу в нескольких областях Казахстана. Уже в конце следующей недели в регионах возможны подтепление, подтопление из-за плюсовой температуры. Но, как уверяют чиновники, ситуация под контролем, и жителям переживать не стоит. Еще неделю назад тревожная ситуация складывалась с северо-казахстанской, кустанайской, акмолинской, карагандинской, кызылординской и южно-казахстанской областях. Однако после мониторинга экстренные службы сосредоточили свое внимание только на кустанайской и северо-казахстанской областях. Ожидается, что из-за потепления там будет высокая вероятность паводка. С учетом погодных условий мы ожидаем, значит, прогнозов в Кустанайской области начала интенсивной фазы паводка – это 6-7 апреля, в Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях – 8-9 апреля. Ну, к указанным срокам все силы будут подготовлены, мы примем все меры. Хорошо, держите на контроле все вопросы.